Сегодня тепловики вновь боролись с порывом на трубопроводе. На этот раз авария произошла на теплосети в районе Шлюзового моста. По поводу случившегося свой комментарий нам дал пресс-секретарь Балаковского филиала ПАО Т-Плюс Вячеслав Некрас. Сегодня, 29 декабря, территориальное управление по теплоснабжению в городе Балаково и центральная ремонтная служба ведут работы по устранению дефекта трубопровода воздушной прокладки диаметром 600 мм, который проходит в районе подъема на Шлюзовой мост. Место работы определено, дефектный участок локализован. В настоящее время осуществляется подгонка участка, который нужно заменить. То есть примерно меняется около 2,5 метров нового трубопровода. В зону проведения ремонта попадают 9 домов на улице Титова Чапаева, а также школа, институт и здание пенсионного фонда. Срок завершения работ сегодня в течение дня. На месте ЧП работала бригада ПАО Т-Плюс, и их работу координировал главный инженер Балаковского филиала Т-Плюс Александр Судаков. На эту аварию обратила внимание прокуратура города. Видео с места происшествия будет отправлено в областную прокуратуру. Напомним, недавно на брифинге прокурор Дмитрий Сернов отметил, что надзорное ведомство проводит масштабную проверку качества работы теплоснабжающей организации. В настоящее время прокуратурой города Балаково с привлечением специалистов Ростехнадзора проводится полномасштабная проверка для установления причин и условий, способствующих произошедшему. По результатам данной проверки полномасштабной будут приняты иные меры реагирования. Аварию на трубопроводе у Шлюзового моста должны ликвидировать к 8 вечера. А дома и учреждения, попавшие в зону отключения тепла, возможно, запитают по временной схеме через обратку.